центре Красноярска появится двухуровневая парковка. Построят ее на месте старых бараков на МРЧК. Их снос уже идет. Также заброшенные замусоренные берега Енисея в городской черте превратятся в зону отдыха и будут выглядеть, как сейчас набережная от Дубровинского до Кица. А в 2015 году, сразу после открытия 4-го моста через Енисей, начнется строительство многоуровневой развязки, которую вы видите вот сейчас за моей спиной на Предмостной площади. Звучит, конечно, как фантастика, и мне самой не верится, но такими планами на ближайшие годы сегодня поделился мэр Эдхам Акбулатов. И это еще не все. Как минимум три больших спортивных, крытых спортивных стадиона с искусственным льдом. Два крупных спортивных сооружения по предварительным проектам должны появиться на правобережье в районе улицы Мичурина и в районе улицы Свердловской.